Дорогие друзья, приближается новый 2024 год. До главных зимних праздников осталось совсем немного. Обычно мы хотим встретить его с теми, кто нам дороже всего, с нашими родными, с нашими близкими. Сегодня наши мысли, наши сердца с теми, кто находится вместе со своими боевыми товарищами на фронте, с теми, кто плечом к плечу стоят в одном окопе. С кем идут в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации. Нет ничего дороже настоящего боевого братства. Спасибо и низкий поклон всем, кто защищает нашу великую Родину. Уходящий год потребовал от нас особой стойкости и сплоченности, уверенности и силы, настоящего патриотизма, который измеряется реальными делами. Мы не просто жители великой страны, мы ее многомиллионный народ. Народ, проявивший особую силу духа, волю к победе и самоотверженность, доказавший свою готовность одержать верх над опасным и циничным врагом, сделавший все, чтобы укрепить оборону государства, позаботиться о тех, кто нуждается в помощи, поддержавший жителей новых регионов в составе России, работавший без громких слов честно и добросовестно. Каждый на своем месте. Меняются не только цифры на календаре. Меняемся мы с вами. В каждом из нас произошли очень значительные перемены. И они позволяют уверенно смотреть в будущее. Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача. Сделать наступающий 24-й годом окончательного разгрома неофашизма которые пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов. В наших руках стабильное и уверенное развитие России, благополучие ее будущих поколений. Мы в ответе за судьбу Родины, великой, сильной и процветающей. Будем бережно хранить и продолжать славные традиции нашей истории, идти вперед, самоотверженно трудиться на благо России. И побеждать ради нее. Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов, согласия и душевного тепла. С праздником вас. С наступающим новым 2024 годом. Пусть все будет хорошо.